Отправляемся куда мы? На Луганск или на Донецк, да? Без разницы. Без разницы. Да. Будем сражаться с армией великого полководца Игоря Ивановича. А ну сфоткай, встань подальше. И Механа Петровича. Да, встань подальше, чтобы Стрелков увидел, кто идет воевать против него. Гриш вонючий. И такие усатые, вот кто. Главнокомандующий, да? Сука, страна Новороссия. Фу, я, лучше бы меня кастрировали и подожгли, чем жить в стране с таким названием. Новороссия. Страна каких-то пеников у меня. Не? Ты прокомментируешь? Нет. А тут комментарии излишни. Какую мы Патрика жали у сепаратистов славянских. Это... Это Стрелков застрелиться хотел. Одним. Ну, да. Великий Игорь Иванович не хотел даваться в плен и решил застрелиться. Но мы отобрали у него патрон, ему пришлось убегать из Славянска со всеми своими телохранителями, наркоманами и алкашами. Ой, а сколько там ребята понаходили баянов и шприцов. Ну, видимо, они так поддерживали свой боевой дух. Да, Русик? Да. Итак, Игорь Иванович, я прошу прощения. Оговорился. А ты Игорю Ивановичу привет передашь? Я лично привет передам. Лично? Да. Вот это будет очень круто. Лично. Ой, а куда это мы подходим? В моей квартире. В моей квартире? А ну, сними, сними, сними. Да, я покажу свою хату, где? Это передача хаты, мать вашу. Где с вами экзибит? Передача тачка на прокачку, мать твою. Что тачка на жилище. Опа. Это тачка дом, мать вашу. Квартира в Урале, не? Тут у нас свободная жилплощадь. Вид на жительство еще не получили. Можно жить. Можно даже мороженка продавать. Валера, тебе не хватает КПВТ, блядь. Да? Да. Для интервью я считаю. Юра, передашь привет кому-то? Нет. Не. Это был настоящий суровый день. Мы живем в Уралах, а Юра живет в БМД. Для справки, я тоже жил в БМД. Почти полтора месяца, но там очень сильно... Ну он приватизировал БМД. Там очень сильно текло. Было очень сыро, я боялся туберкулеза. Да. Да? Вы не передадите привет? Игорь Иванович. Мы снимаем. Не? Ну хорошо, хорошо. Идем. Там у нас поле подсолнухов. Вот еще один дом, пока не занят. Тут даже вот есть холодильник, а в нем ничего в нем нет. Вот еще один дом. Это, ну как дом, это так, это времянка. Вот. Там даже есть табурет. Вот это как, кто ты? Кто ты такой? А? Ну хорошо, Андрюх, тогда если что, тебе перезвоню, добро. Андрюха, он звонит, ага. Андрюхе. Все, давай, Андрюш, перезвоню. Привет, Андрюхе! Андрюха, тебе привет. Хорошо. Все, давай, Андрюха, удачи. Что ты скажешь Игорю Ивановичу? Ты пидор ебаный, блядь. Я тебя, сука, пору на ремни, блядь. Все. Стоять, блядь. Хватит. Я тебя... Идем. Уйди. Я тебя, козел, блядь. Я тебя, сука, буду ебать сразу. Да уйди, блядь, сука, буду рвать на ремни, блядь. Прапор, ты что, это видео моя мама увидела. Я ж привет маме передаю, держи, что Валера. Ты творишь, а? Это экзибит, мать твою. Да я...